Я думаю, что женщина в России, смотря в какой области, но в какой-то вот этой общей схеме, мне кажется, что происходит, что все-таки узурпирована женщина, что ее права как бы притеснены в какой-то степени, потому что, ну, смотрите, у нас в правительстве очень мало женщин. Мне кажется, что если было бы больше, то женщина вносит какой-то все-таки порядок в этот сумбур. Ну, в общем-то.